Разборка скоро начнется, а пока познакомьтесь с Мотостронгом. Это наш двухколесный бренд. Мы сами привозим мотоциклы из Европы, отдаем предпочтение байкам в идеальном состоянии и продаем их по привлекательным ценам. Ассортимент постоянно обновляется. Обязательно подпишитесь на инстаграм Мотостронга, там актуальное наличие. Все ссылочки и контакты в описании к этому ролику. В этом обзоре мы рассмотрим рядный дизельный двигатель от BMW. Этот агрегат долгое время вселял надежду на неубиваемость, но с годами все оказалось совсем не так хорошо. Итак, встречаем BMW N57. этим видео наверняка будут комментарии, что дизельная шестерка N57 хороша и живуча. То есть этот мотор пробегает более 500 тысяч километров. Да, таких случаев немало. То ли партия моторов была хорошая, то ли Владельцы были адекватны и заботливы к этим двигателям. И они пробегали более 500 тысяч километров без капремонта и продолжают бегать. Однако в то же время мастерские завалены вот этими моторами. Если поломка двигателя М57 была исключением из правил, то дорогая поломка с заменой силового агрегата N57 стало частым случаем. Об этом, обо всем мы расскажем в сегодняшнем нашем разборе. Начнем с того, что рядная шестерка N57 появилась в 2008 году и стала флагмановским дизелем BMW и постепенно вытеснила редкий V8 с обозначением M67. В общем, с 2010 года это главный дизель BMW. А в 2015 году у него появился преемник мотор B57. Рядная дизельная шестерка от BMW всегда трехлитровая, даже если шильдик говорит что-то про M50D или M550D. Рабочий реальный объем Всегда 3 литра блок алюминиевый цепной привод ГРМ, всегда со стороны маховика, а вот количество турбин от 1 до 3. И отметим, что у более свежего мотора B57 в самой мощной версии 4 турбины. А мощность двигателя варьируется от 204 до 381 лошадиной силы. Это супер распространенный двигатель. Его получили все BMW с продольным расположением двигателя. Самая маленькая – это старенькая тройка E90, причем кузова от купе до универсала. Также семерки в кузовах от F01 до F04, а также кроссоверы BMW X5 и X6 F-серии. В отличие от бензиновых моторов, эти двигатели оснащены обычной помпой, то есть приводом от ремня ГРМ, а не от электромотора. Помпа довольно долговечная, термостат тоже. Свечи накаливания тоже ничем особым не выделяются, но при снятии впускного коллектора их стоит выкрутить и посадить на новую керамическую смазку. В случае отказа одной из свечей обычно по богатому меняют весь комплект вместе с реле управления их накалом. Ну что, двигаемся дальше. Демпферный шкив коленвала уже никого не удивляет. Это составной шкив с резиновым демпфером. Служит примерно 150 тысяч километров. Потом его демпфер просто рвется частично или полностью. В результате либо возникает вибрация ремня навесного оборудования, либо внешняя обойма с направляющей дорожкой для ремня просто обрывается. В результате ручейковый ремень останавливается. Эти шкивы для моторов N57 с одной, двумя, тремя турбинами разные. Стоимость оригинала варьируется от 700 до 1100 долларов. Хорошие заменители 300-400 долларов. А некачественные шкивы для этих моторов шумят при работе и косвенно сокращают ресурс кривошипно-шатунного механизма. В общем, деталь дорогая и лучше на ней не экономить. И обязательно позвоните в Автостронг, посмотрите, вот этот шкив бэушный, но он выглядит очень свежо. В общем, практически как новый. А теперь поговорим о турбинах. На моторах N57 на автомобилях с индексом 30D установлена одна турбина. Гаррет вот такая вот с электромеханическим приводом геометрии. Если индекс 35D и 40D, мотор надут парой турбин Borg Warner. Обе с геометрией. У малой турбины геометрия с сервоприводом, а у большой с вакуумным актуатором. У версии 50D малая и средняя турбины с сервоприводами геометрии, а у третьей и самой здоровенной простая перепускная заслонка с вакуумным актуатором. Надежность всех вариантов турбокомпрессоров на моторах N57 нареканий не не вызывает. Они без проблем служат дольше, чем цепи ГРМ, о которых мы скоро расскажем. Так вот, по части надува здесь ну, на пробеге в 100 тысяч километров придется заменить уплотнительные кольца до и после интеркулера. А на их усталость указывает запотевание на соединении патрубков. Про цепи ГРМ мы рассказываем и рассказывали в каждом обзоре про двигатели BMW. Краткая информация. В приводе ГРМ две цепи, служат примерно 250 тысяч километров, затем растягиваются и начинают шуметь. Растяжение верхней цепи можно определить с помощью специального измерителя, который вкручивается вместо гидронатяжителя. Если его индикатор не выступает наружу, то цепь давно нужно менять. Уже давно замена цепи ГРМ и цепи маслонасоса с сопутствующими деталями стала рутинной задачей для многих. И это никого не удивляет. Очень многие машины с двигателями N57, выпущенные с июня для 2012 года по июнь 2015 поучаствовали в отзывной кампании по замене охладителя системы ЕГР. Дело в том, что через трещины в охладителе антифриз крохотными порциями попадал во впуск и впитывался в наслоение сажи и масла. И вот эта вот смесь даже без этилен-глюколя, то есть сажа и масло, является уже углем. Вся эта горючая смесь во впуске не опасна, пока температура там не высокая. Но стоит только клапаны ЕГР подвиснуть, как во время прожига сажевого фильтра раскаленные до 400 градусов газы начнут попадать во впускной коллектор. Да, они запросто поджигают весь Кокс, собравшийся там за сотню-полторы тысячи километров. Было очень много случаев возгорания моторного отсека у дизельных баварских скакунов по всему миру. И эта ситуация, к сожалению, случается до сих пор, потому что не все BMW прошли через процедуру замены клапана EGR и охладителя. Но при совокупности факторов даже подклинивание обновленного клапана EGR может привести к возгоранию в моторном отсеке автомобиля. На некоторых машинах пускной коллектор начинает тлеть и прогорать с образованием дыры. И если владелец вовремя сориентируется, откроет капот с огнетушителем, то пожар можно будет предотвратить. Но много дизельных BMW сгорело и на парковках, и на шоссе. И напомним, что эта ситуация случается до сих пор. В общем, BMW с дизельными двигателями не только N57, но и N47 и B47 надо обязательно пробивать по базе, участвовала ли машина в отзывной кампании по замене компонентов EGR. Впускной коллектор надо чистить раз в 100 тысяч километров. А процедура чистки впускного коллектора с помощью скорлупы грецкого ореха подробно описана в фирменной инструкции BMW. И кстати, этот порошок продается практически на всех маркетплейсах. В общем, если вы зададитесь вопросом, куда девается вся скорлупа грецкого ореха, так вот она идет на чистку впускных коллекторов BMW, да, и не только их. Ну и добавим, что если появилось небольшое снижение уровня антифриза без видимых утечек, то почти наверняка антифриз попадает во впускной коллектор из-за бреши в охладителе EGR. И тут ни в коем случае нельзя медлить. Даже если у вашей машины чистенький впуск, антифриз в один момент может политься рекой во впуск. И это приведет к гидроудару. Почти всем двигателям N57 достались пластиковые впускные коллекторы, за исключением тех двигателей, у которых по три турбины. Там впускной коллектор легкосплавный. Так вот, в каждом впускном коллекторе есть вихревые заслонки. Они нанизаны на латунную ось. Заслонки не плоские, они с ребрами для придания жесткости. Вообще с заслонками особых проблем нет, особенно если чистить впускной коллектор раз 100 тысяч километров. Но все равно владельцы при чистке впуска их удаляют. Благо комплектов неоригинальных для глушения заслонок и э, много неоригинальных комплектов с элементами системы EGR есть в продаже. Впускной коллектор оригинальный стоит примерно 1900 долларов, а заменители стартуют от 500. Топливная система этих моторов представлена впрыском Common Rail от компании Bosch TNVD Bosch CP4.2 на версиях 25D и 30D используются электромагнитные форсунки, а вот на версиях от э, 35D до 50D используются пьезоэлектрические форсунки. Форсунки к этому двигателю стоят 430 долларов за штуку. Ну, примерно. А вот на версиях 50D вдвое дороже. ТНВД CP4 до сих пор известен тем, что боится за воздушивание. Сухое трение, вызванное перебоями в подаче топлива в насос, Вызывает разворот толкателя плунжера. Ролик толкателя в этом случае расположится поперек кулачка вала. Ролик и вал начинают обтачивать друг друга. Происходит образование стружки, которая разносится к форсункам и даже попадает в бак. У насоса CP4.2, как отмечалось, два плунжера, следовательно, два толкателя готовых развернуться поперек. Чтобы топливная система не завоздушилась, Нельзя допускать езду почти на пустом баке и доверять обслуживание этой системы непрофессионалам. Эта проблема со стружкой настолько актуальна, что умельцы придумали дополнительные проставки под дозирующий клапан. В проставках есть штуцер, который напрямую соединен с топливным фильтром. И таким образом топливо напрямую из фильтра идет в дозирующий блок, а затем к плунжеру. В штатной же схеме топливо сначала попадает в полость насоса, там вращается кулачковый вал, по которому бегает ролик толкателя. Здесь образуется стружка, которая вместе с топливом попадает в дозирующий клапан плунжер и потом направляется к форсункам. Если кулачок и ролик начнут стругать стружку, то она пойдет только в бак через обратный топливопровод из корпуса ТНВД. Вот на такие ухищрения надо идти, чтобы не убить топливную силу систему. Ну и, скажем еще, для снятия клапанной крышки надо вынимать форсунки. И при этом не забудьте поменять огнеупорные шайбы. И еще совет. Владельцы BMW X5 в кузове E70 и X6 в кузове E71 должны помнить, что в форсунки, то есть в гнезда форсунок 5 и 6 цилиндров может попасть вода. Она туда стекает с жабо. Там это все варится и прикоревает. Так что за этим обязательно нужно следить. Поэтому в очень частых случаях, то есть очень часто получается так, что ближайший к моторному щиту форсунки невозможно достать даже с гидроцилиндром. Ну и в первом разборе 2024 года поучаствует Александр, встречаем. И мы начинаем нашу разборочку. У двигателей N57 есть проблема с клапанной крышкой. Как видите, она пластиковая. Здесь же встроен маслоотделитель и здесь же находится клапан с подпружиненной мембраной. Так вот, при пробеге 150 тысяч километров примерно появляются запотевания, а затем и серьезная течь масла. Масло поступает по шву короба маслоотделителя. Масло отсюда потихонечку стекает назад по клапанной крышке и явно заметно сзади. И может создаться такое впечатление, что задубела прокладка клапанной крышки. Новая прокладка стоит 70 долларов. Новая клапанная крышка оригинальная стоит 700 долларов. Но есть заменители, которые стоят от 150 до 300 долларов. Все-таки проблема таки актуальная. Есть и народные способы ремонта. Пропаивание или проклеивание негерметичного шва по коробу маслоотделителя. Если вы выбираете машину с таким двигателем, то обратите внимание на клапанную крышку. В каком она состоянии? Оригинальная ли? И есть ли следы пайки? После 200 тысяч километров может появиться масло из-под прокладки теплообменника стакана масляного фильтра. У ранних версий двигателей N57 до 2014 года под нормы Евро 4 прокладка всего одна. Резина металлическая и стоит 35 долларов. А у более поздних двигателей N57 под нормы Евро 4. 5 прокладок гораздо больше. Да и теплообменника 2 внутри и снаружи. Помимо резинометаллической прокладки на блоке цилиндров есть еще 5 прокладок под расположенными снаружи на масляном стакане корпусом масляного термостата и второго теплообменника. И все это придется поменять при пробеге в 200 тысяч километров. Еще для устранения запотевания раз в 100 тысяч километров требуется замена трубка от штуцеров клапанной крышки к впускному тракту по этой трубке газы уходят из системы вентиляции картера так вот такая трубочка обычная стоит 30 долларов а с нагревательным элементом который предотвращает ее промерзание 130 долларов Ну а теперь давайте оценим идеальное состояние распредвалов этого мотора оно идеальное. цилиндров двигателя N57 легкосплавный с помещенными в него чугунными гильзами. Вообще с верхней частью блока и с головой обычно ничего не происходит. То есть сталкиваться с износом цилиндра поршневой группы не приходится. Однако бывают следы износа седел клапанов, что сопровождается снижением компрессий в соответствующих цилиндрах. И при этом наблюдаются симптомы проблемной топливной системы. Сильный разброс коррекции впрыска топлива, неровный холостой ход и повышенная дымность. Если уже все перепробовали с топливной системой, то стоит проверить компрессию. Ну а теперь по состоянию. Напомним, что все моторы, которые мы разбираем, они не прошли контроль качества. И здесь, вот в этом красивом моторе, начинаются первые сюрпризы. Мы видим следы клапанов на поршне, то есть они встретились, но на ГБЦ следов контакта мы не наблюдаем. Поэтому можем предположить, что ГБЦ уже ремонтировалось, то есть клапаны могли быть заменены. Ну а что касается состояния цилиндров, он просто идеальный. Неприятная, дорогая и внезапная проблема моторов N57 ⁇ это износ и проворачивание коренных вкладышей. В большей степени это касается версии 35D и 40D, то есть битурбированных. В меньшей степени версии 30D, но вообще не касается версии 50D. Там скорее продует прокладку ГБЦ. Важное замечание, что у трех турбированных моторов N57 коленвал предельно усиленный, но диаметр коренных шеек такой же, как у менее заряженных версий. Ситуация такая, что с каждым годом все больше моторов N57 проворачивает коренные вклады. Это случалось, случается и будет случаться при любых пробегах. И специалисты сходятся во мнении, что все вот это происходит, то есть износ. Вкладыши происходит на фоне недостаточной жесткости коленвала и блока цилиндров. Коленвал склонен деформироваться, его максимально допустимое биение 6. Сотых. Если из-за нагрузки геометрия коленвала нарушится, то он начинает активно изнашивать коренные вкладыши. Как правило, у этих моторов сильно изнашиваются и проворачиваются первые и последние коренные вкладыши, либо же центральные. Это как раз объясняется нарушением геометрии. Коленвала. В последние годы при замене цепей ГРМ СТО предлагают заменить коренные вкладыши. И в большинстве случаев сильно либо неравномерно изношены либо крайние, либо центральные вкладыши. Но замена на новые вкладыши вряд ли даст этому мотору пробежать еще 250 тысяч километров, если биение коленвала близко к предельно допустимому то новые вкладыши начнут изнашиваться сразу. Более того, внимательный осмотр бугелей часто показывает следы подвижности опор, то есть потертости вокруг болтов крышек. Есть мнение, что болты крышек вытягиваются, либо вытягиваются сами болты. К тому же болты коренных опор пережили 4 ревизии. Идем дальше. Если этот двигатель провернул вкладыши, то надо обязательно оценить соосность коренных опор. Часто опоры деформируются. Такая ситуация случается часто, поэтому многие мастерские предлагают ремонт опор. Соосность восстанавливается после напыления алюминиевого сплава и проточки опор для восстановления соосности. Коленвал можно точить. Предусмотрено два ремонтных размера оригинальных вкладышей. В большинстве случаев шатунные вкладыши выглядят прекрасно, но не в нашем случае. Некоторые из них протерты до меди. И, соответственно, это повлияло на шатунные шейки коленвала. То есть коленвал у нас подубило изрядно. На износ коренных вкладышей и деформацию коленвала, как считается, влияют много факторов. От износа демпферного шкива, от системы старстоп, от разжижения масла дистопливом, от езды агрессивной на холодном моторе и до удаления компонентов системы EGR. Ну что, вот такую неприятность стоит двигатель N. 57. С М57 такого не случалось. И, кстати, диаметр коренных опор у двигателя N57 на 5 миллиметров меньше, чем у М57. Кстати, как вариант, чтобы решить проблему с износом коренных вкладышей, можно поставить коленвал от трехтурбированной версии. Но новый стоит $6000, тысяч долларов, бэушный 1500, если удастся его найти. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео в соцсетях помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».